Добрый день. Я так понимаю, что это все работники Кремко, да? Да. Спасибо вам. Только единственное, что могу сказать. Молодцы. И вот те руководители, которые сегодня были, это лучшее, что есть в стране. Считаю, всю страну я облетел, посмотрел. У вас лучше, чем где-нибудь. И мы будем все делать, чтобы было так везде. А мы вас помним. Да, но я приезжал, давно уже это было. Но... Ну, а вы хорошо работаете, что к вам ехать? А вы не стареете, так красивый. Спасибо вам огромное, вы действительно молодцы. Спасибо и тем, кто сегодня в поле, и те, кто возделывает эти, и сады. Благодаря нашему председателю. Да, молодцы. Да, я сказал, что природа на нем не отдохнула. Как говорят, отец крепкий, хороший, а сыновья, природа отдыхает. А вот случилось так. Вот мама моя. Валентина Ивановна. Спасибо, Валентина. Спасибо. Спасибо вам, что приехали. Большое-большое. И здоровья вам. Спасибо за сына. Спасибо вам. Спасибо, ребята. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Спасибо.